Прием у травматолога. Врач ставит пенсионерке диагноз артроз тазобедренного сустава. Болезнь не смертельная, вылечиться можно. Но словам доктора женщина не поверила. Обратилась к экстрасенсу Адаму. Номер нашла в газете. По телефону белый маг сразу увидел. Порча. Ну, мне вот, как сказали, насмерть, долго не проживете, в муках умрете. Я уже на все идешь, вот верите из-за здоровья. Пострадавшая пошла в прямом смысле на все, взяла кредит 500 тысяч, чтобы снять черный с глаз. Деньги частями отправляла на разные карты, реквизиты давал Адам. Колдун обещал, после сеансов вернет все до копейки. С августа по октябрь целитель по телефону проводил сомнительные обряды, читал свои молитвы. Пенсионерке, как ни странно, становилось лучше. Она до последнего верила мошеннику. Но после предпоследнего сеанса экстрасенс пропал. Не отвечал на звонки, никакие уведомления. После чего она обратилась к нам по факту мошеннической действий. Конечно, маг-мошенник втерся в доверие, манипулировал главным – жизнью. Полицейские еще раз просят нижнекамцев не доверять посторонним, не переводить большие суммы денег. Если и вы попали в такую ситуацию, обязательно обратитесь в правоохранительные органы. Алсу Арсланова, новости НТР.